встречать закат под дождем, после купания в бассейне под дождем. Дан. Африка. Любовь. Навсегда. Сейчас расскажу про Бузову. Так получилось, что несколько программ, где она сидела в жюри, она была с температурой под 40. У нее нет голоса, вы, если вы внимательно посмотрите конфетки, у нее хрипотца такая, несвойственная ей. Да, микрофон. Я знаю, Павел начал прыгать, Марина, я поняла. Ну. Это склейка, переход от разных локаций. Да. Чтобы немножко монтаж вот так вот. Ей, она под капельницами в гримерке, мы заходим к ней перед каждым выпуском. Оль, ты как? Я сейчас соберусь, все нормально, но она просто бледная. Представляете, какое надо иметь телевизионное мужество, какую надо иметь телевизионную силу воли, Оля не просто... только телевизионную, чтобы в таком состоянии загримироваться, одеться, сидеть и еще и внимательно слушать, анализировать все. Готовься увидеть это своими глазами. Грандиозное шоу Ольги Бузовой «Вот она я». Уникальные спецэффекты, яркие танцевальные номера и, конечно же, любимые хиты поп-принцессы. 23 февраля в 20.00. Включай жару на полную громкость и танцуй под Бузову.